Добрый день, меня зовут Лара Шум, и сегодня мы произнесем окинавскую молитву долгожителей. Если вы хотите ощутить защиту Великого Духа, то читайте эту молитву каждый день в течение 2 недель. Расположитесь удобно, расслабьтесь и подумайте о чем-нибудь хорошем. Теперь повторяем за мной. Я взываю к предкам, которые уже ушли. Защитите меня всей силой вашего добросердечия. Я взываю к целительной силе Великого Духа. Дай твоим детям жить на этой земле в полном здравии и в полной любви. Помоги мне помнить, что я создан по твоему подобию, что я целен, что я совершенен. Благодарю вас, предки, за защиту. Благодарю тебя, Великий Дух, за заботу обо мне. Благодарю вас, что вы были с нами. Thank you.